Доброе утро. Привет. Доброе утро, девочки. Время 7 утра. 7 утра. Такое было яркое солнце. Я поехал на работу. Да. Я поехал на работу ненадолго. Нужно сегодня покрасить будет. Видите, раньше времени еду. Салон еще закрыт, а я уже еду. Ну, собираюсь, в смысле. Юлю буду красить, которая вчера не попала ко мне из-за охранника. Уже такое ощущение, как будто горы. Да? Где я живу вообще? Что происходит? Ася, что такое? Что мой сладкий пес? Сейчас мы быстренько с тобой погуляем. Быстренько. Прям одной ногой. И я собираюсь на работу. Да. Там ничего нет, малыш. Ничего нет. Нету и не будет. Дом продолжает, видите, снимать эту зеленую штуку. Хорошо, что они начали отделку с угла, чтобы не раздражать жителей моего дома. И это прекрасно. Девочки, всем прекрасное настроение. Реально, как будто горы. Ну, посмотрите, что это? Где я, блядь? Может, блядь, я не дома? Ну, реально, очень похоже на горы. Так, визуализируем. Это я в Лос-Анджелесе. Там где-то написано, наверное, Голливуд. Мне сегодня приснилась Валерия. Мне сегодня кто только не приснился. Блин, девочки, мальчики. Мне сегодня приснились какие-то лошади. Блин, вообще, чего мне только не приснилось. Это Валерию вспомнил, потому что посмотрела, она в той стороне живет. Вот там. Да, Ирисуля. Да, моя девочка. Доброе утро. Все, я пойду в душ быстренько. Доброе утро. Солнце встало, а я нет. Я встал, но я не проснулся нихера. Нихера не проснулся. На улице, знаете, сколько на улице градусов? Сейчас машина показывает 6, но это потому, что я из паркинга выехал. А вообще, iPhone показывает 2 градуса. 2 градуса. А в четверг в Москве будет снег. Представляете, будет снег. Будет снег. Ну и что? Пусть будет. Пусть будет все, что хочет. Да? Нас ничем не сломать, не сломить. Ни снегом, ни двумя градусами. Зато небо сегодня просто какое-то морозное. От мороза, видимо, такое чистое. А вы сегодня же отдыхаете, сегодня же, блядь, суббота. А у меня завтра самолет. Самолет. В это время я завтра буду уже аэропланить. Куда? Ой, девочки, мальчики. Я знаете, что сегодня подумал? Почему я раньше, когда были открыты границы, когда у меня были шенгены, когда у меня была американская виза, почему я раньше жил от отпуска к отпуску, ну, как создавал себе отпуск, и вот как бы, летал на 2 недели. Ведь можно было, блядь, летать хоть каждую неделю на, там, 3 дня, ну, окей, раз в 3 недели, ну, окей, даже раз в месяц, окей. Ой, какое солнце. Раз в месяц, там, на 4 дня, на 5 максимум. Куда-нибудь. И каждый месяц можно было летать, брать какие-то авиаселсы, все что угодно. Понимаю. Вот сейчас, как-то во время этой изоляции, в этом карантине, как ты все пересматриваешь по-другому, смотришь на жизнь. Я сейчас все откроют, я сделаю себе все визы, шенген, сделаю визу американскую, все сделаю, буду летать, буду путешествовать.
всем на зло. Ну, кому-то на радость, мне, например. Блин, время, блин. 8:08. Кстати, из-за вчерашнего этого случая мне приходится ехать на час раньше до открытия салона. Нет, я-то могу, мне это вообще... Ну, просто вот из-за таких случаев клиенту приходится раньше просыпаться, она за городом живет. Вот и все. Давайте заедем в Макдональдс, давайте позавтракаем, блин. Кофе хочу, глиссе с мороженким. Кофе с мороженым. Аккуратнее, пожалуйста. Ведь это жизнь, в кайф, все будет так. Лови ее. Гера из Стрелок. Свет, сейчас я в Инстаграм выставлю, поддержу ее. Вышел вчера альбом. Там всего, правда, 5 песен, но прикольная песня есть «Жизнь в кайф». Ведь это жизнь в кайф, все будет так, лови ее. Крутая песня. Я ее еще не выучил, а только выучил тебе 3 слова. Так, куда ты едешь? Это встречка, блядь. Ну? Господи. Сейчас я куплю в Макдоке что-нибудь. Как я люблю раннее утро. Это так прекрасно. Раньше, как говорится, начнешь, быстрее закончишь. Я еще сегодня в зал хочу. Но сейчас вам сказал, и это будет опять не точно. Я обычно вам что-то говорю, потом это нет, не получается. Ну и что ты встал-то, блядь? Что за люди, я не понимаю. Вот надо было мне встать в эту именно очередь, когда вот эта свободная была. Так, что мы будем? Что мы будем с вами кушать? Надо что-то в роли, потому что в роли это удобно. Доброе утро. А можно ролл, как там, фреш-ролл? Да. А кофе глиссе. И картошечку. А, этот оладушек картофельный. Да, все. Без соуса, спасибо. Спасибо. Ведь это жизнь, в кайф, все будет так, лови ее. Да-да-да, я очень люблю Макдональдс, очень. Я очень люблю Макдональдс, Макдональдс. Сейчас стал, кстати, его редко точить, потому что... Этот какого? Нельзя его. Он холестерин повышает в крови. Вредный холестерин, который. Блять. Недостаточно. Секунду. Спасибо. Да, карту пополнить. Сегодня все сделаю перед путешествием. Все пополню. Ведь это жизнь, в кайф, все будет так, лады. Что за, блядь, мудила там, а? Макдональдс. Понятно. Как корабль назовешь, так и так он и поплывет. Здрасте. Спасибо. Все, теперь на работу. Слушайте, прям выхлопные трубы работают, машины заводят.
замкнутый труп прям парит. Ну, конечно, мороз уже, блядь. Мороз и солнце, день чудесный. Это правда. Доброе утро. Всем доброе утро. Отличного вам всем дня. Прекраснейшего дня. Ведь это жизнь. Да? Покажу вам, какой оладушек. Где он? Вот он. Вот он, вот он. Вот такой картофельный. Очень вредная штука, но очень вкусная. Девочки, это очень вкусно. Но я вам не рекомендую. Много вкусно. Ну, честно говоря, прям маслицем отдает. Туда надо показать, да? Ну, может быть, тот не видел. Юля, клиентка, с ней приедет. Только вчера не попала. А потом она поедет на разбор вчерашней аварии. Представляете, блин? Как это вообще, это что за день? Бывает же такое? Вот реально такое бывает. В один день может все свалиться. Нет, это какого? Попала в аварию. Ей позавчера муж подарил машину. А вчера она попадает в аварию утром. Едет ко мне на окрашивание, попадает в аварию. Бывает. У вас такое бывает? У меня такое, знаете, как бывает, проявляется в чем? Мне иногда бывает, что парни в один день начинают записываться на стрижки. Просто вот в один день, какой, я не знаю, у меня бывает там по 6-7 стрижек мужских в день. Я думаю, как так вообще? Как вот как так бывает? И так часто, кстати, ну, очень часто. Я так удивлялся всегда этому, думаю, блин, как так? Как там звезды у вас, что ли, блядь, сложились, что вы все идете на стрижку? А это фреш ролл, короче, с омлетом, с котлеткой, с зеленью и с, ну и соус. Такое есть только по утрам. Он утренний, с омлетом. Вкусный, мне нравится. Там еще есть какой-то другой ролл утренний. Я не помню его название, его никогда не беру, потому что там бекон. Помидорка. Листья салата. Мне кажется, сегодня-завтра все опадет. Но я думаю, что сегодня ночью все опадет везде. Потому что такой мороз. Как эту музыку врубить? Салон дает за 15 минут.
что это там уборщица, наверное, будет убираться еле-еле. Так медленно она убирается. Я им доберу тряпку и сам начинаю все вытирать. Свое рабочее место, все-все-все протирать, его намывать. Потому что дождаться, пока она, блядь, дойдет до моего рабочего места, мне кажется, нужно к вечеру ждать, блядь. У меня в жилом комплексе такие же уборщицы. Я не знаю, откуда они приехали. Какие-то, видимо, ну, я не знаю, правда, эти города, откуда они приезжают. Ну, не русская она. Они взяли за моду в наушниках убираться. Ни хера не слышат. К ним начинаешь обращаться. Они снимают наушники. И ты, знаете, с таким взглядом, типа, ты заебал, что тебе надо, блядь, иди нахер отсюда. Вот реально, у нас даже в жилом комплексе так, такие свои волны. А что, ну, правда, что, убираются, убираются музыку. Слушай, я бы так сделал, слушал бы музыку. Так, позавтракал я. Доброе утро. Машины все поехали, я кофе, бля, пью. Какой невнимательный. Так, кофе, держись. Держись за меня. Мы, кстати, давненько с Юлькой не отдыхали. Давненько. Наверное, года 3-4 точно не отдыхаю. Когда мы отдыхаем вместе, это пиздец. Девочки, мальчики, по крайней мере, так было раньше. Это, блин, это так круто. Мы с Юлькой вспоминаем наши поездки. До сих пор. У меня первая была поездка в жизни, это Египет, самая первая, она была с Юлькой, это было, ну, 14 лет назад, 14, 13, может быть, была самая моя первая поездка. Мы ее вспоминаем, сука, до сих пор, мы до сих пор вспоминаем эту поездку, столько приколов, эти приколы начались просто с аэропорта, блядь. Даже туроператор. Позже мы там через несколько лет опять летали в Египет с Юлькой. И летали большой компанией, я уже об этом рассказывал. И вот Сеня, туроператор, который нам помог с отелями сейчас, он с нами летал. Сеню перепить вообще невозможно. Перепить, блядь, переесть, не знаю, все что угодно, невозможно. Человек может, блядь, просто ведрами себя обливать. И, блядь, ходит, как это, ну, как нам казалось, трезвый. Ключевое слово казалось. Так вот, мы когда бронировали, куда нам поехать, с Сеней разговаривали. Он говорит, ты что, женьком меришь, Юлька? Юлька говорит, ну. И он начал опять приколы вспоминать. Ну, вот реально. А как мы в Индию летали, ой, блядь. Это вообще отдельная песня. Столько поездок было в моей жизни. Просто, я не знаю, я нигде только не был. Но почему-то яркие самые. Я еще Америку вспоминаю, ну, потому что там она по энергетике мне очень подходит. Америка, я люблю Нью-Йорк. Я вспоминаю, даже Майами вспоминаю, хотя Майами мне не понравился. Вот, но сейчас бы я хотел бы туда. Даже, может быть, и жить. Но дело не в этом, короче. Я вспоминаю реально поездки почему-то только с Юлей. Ну,
зубочистки в Макдональдсе. Салфеток кладут в ведро, просто полпачки. Просто полпачки салфеток кладут. А этот какой зубочисток ни одной не положили. Недоработка. Как сегодня круто, это Москва-Сити, потом покажу. Москва-Сити, свободная дорога. Я каждый день вот езжу через Москва-Сити. Что за пробка-то, блядь? Можно узнать? Суббота, господа. Ой, извините. Что за пробка? Это, наверное, какие-то ремонтные работы, наверное, асфальт, который... Маска. Работе асфальт, наверное, который месяц назад делали, наверное, переделывают все. Ой, вчера смотрел этот видос, кстати. Это для тех, кто не был, кому, может быть, нравится и хочется посмотреть. Я понимаю, что у нас все знают, все видели. Но все-таки. Такие у нас уборочные машины. Я думаю, что они везде такие. Ну и так вот, что я хотел сказать. Вчера смотрел какие-то приколы и наткнулся на видос, где, ну вы знаете, да, у нас в Москве брусчатка, там, не знаю, больше сезона не держится. Не потому что она плохая, а потому что ее нужно срочно поменять. Ну, у нас тут такие правила. Брусчатка больше 2 месяцев вообще, в принципе, мне кажется, держится. Вот. И реально, ребята, ну, не русские ребята, видимо, наняли их. Поднимали просто шикарнейшую брусчатку, просто идеально положенную. Просто вот, ну, правда, вот прикопаться не к чему. Они ее просто всю поднимали, все эти брусчатку, все эти кирпичики выкидывали. И парень на видосе спрашивает, который это снимает, ребят, а что вы делаете? Ну, как бы, новая свежая брусчатка, что вы с ней делаете? Куда, что здесь будет? Парам-пам-пам, новая будет. Вот так. У нас как бы прошлогодние коллекции брусчаток, они вообще не в тренде в Москве. Это, конечно, блядь, просто, блядь. Когда это закончится? Слушайте, а вчера, знаете, что я еще прочитал? Оказывается, во время изоляции Москва же напичкана всякая. Ребят, простите. Так. Москва же вся напичкана камерами, за скоростью, которая смотрит видеонаблюдение. И оказывается, во время изоляции в Москве участились случаи, когда из винтовок, из рогаток, я не знаю, там из всего подряд, выбивают камеры. Представляете? Ой, подождите, что такие темные? Что такие темные стали? О, привет, привет. Во. Представляете, разбивают камеру. Потому что людям много приходило штрафов. Нас же штрафовали по 5000 рублей за выход из дома, если ты на доступ соседей, на изоляции. Ну, видимо, что, работы не было, времени много, дури много, били камеры. Ведь это жизнь, в кайф, все будет так ловее. Ладно, мои хорошие, всем доброе-доброе утро, отличного дня, прекрасного вам настроения, приятного аппетита, кто завтракает, прекрасного кофепития, кто пьет кофе. Всем доброе-доброе утро. Надеюсь, у нас такое же солнечное, приятное, позитивное. Все. Пока-пока. Я хочу музыку просто включить. Давайте. Вот меня не пропускают на работу. Он вчера пьяный был, сегодня не пропускает. Сегодня уже трезвый, смотрите. Сказали вас задержать и ждать разговора.
Да, да, да. Вам объяснили, что в коворкинг мест нет. Если нет места... Да, было место, я же не просто... Оставляется машина на платную парковку. Да, было место перед салоном одно. Я узнал, мест не было. Да. Все было за это. Да, да, да. Прямо перед моей машиной стояло, было место. Я с вами разговариваю вполне адекватно. Все, сейчас да. Сегодня да. Я всегда так разговариваю. Все хорошо. Ждем. Ну, сегодня он трезвый. Видите? Сейчас мы позвоним Оле. Вот идет главный охранник, сейчас посмотрим. Олечка, доброе утро. Я дико извиняюсь, меня не пропускают на работу. Тебя не пропускают? Да, здрасте. Доброе утро. Ага. Расскажи еще раз мне номер. Какой номер? 550. 550. Угу, давай. Доброе утро. Да, здрасте. За вчерашнее ваше некорректное поведение мы зашли к управляющему. Угу. Вашего автомобиля в списке, который он утвердил, на коворкинг нет. Угу. Он сказал, ваш автомобиль не пускать по всем вопросам к нему. Кому к нему? К управляющему. К управляющему кому? К чему? Чего управляющему? Молодой человек, вы... Управляющий чему? Вашему управляющему или моему управляющему? Управляющий ТСЖ. А, хорошо. Сейчас. И поэтому ставьте куда-нибудь, пожалуйста. Потому что вас не пускать на автомобиль. Хорошо. За ваше некорректное поведение вчерашнее. А то, что у вас охранник был пьяный вчера, нормально? Кто пьяный был? Вот вчерашний охранник. Он был пьяный? Да, да. Вот сегодня он трезвый. Мне даже вчера подписчики все сказали, что он был пьяный вчера. Он даже лыка не вязал вообще. Слушай меня, уважаемый. Во-первых, на «ты» мы не переходили. А за вранье... Как вас, Анатолий? Анатолий, мы не переходили на «ты». Мы вчера... Он вчера был трезвый. Это что, он был не трезвый? Вам показать это видео? Это ваше вранье. Показать вам видео? Я же снимал вчера. Мы вчера после ваших криков к нему с начальником подходили. Ну, он трезвый. Прекрасно. Да, ты... да вы что? Да. Вот да. За это вранье, командир... Пешком, пожалуйста, на машине не заедешь. Все сказали. Да. Смейся. И своими подписчиками посмейся. Все. Мне плевать. Вот так, вы также вчера разговаривали с моим клиентом. И причем это было уже не первое хамство с вашей стороны. Вы сначала одному парню нахамили, сказали, что ты яйца жмешь, проезжай. У меня клиент приехал просто в ахере, говорит, как они так разговаривают. Вчера девушки нагрубили. И в итоге я потерял клиентку, она не приехала. Сегодня опять вы выступаете. Не, мы доведем это дело. Доводите. Доводите. Пока не зайдете к управляющему, не поговорите за ваше такое поведение. Да, да, да. А то есть, а ваше поведение было нормальное? И с моей клиенткой, и позавчера, и с парнем, да, клиентом было нормально? По поводу вашей клиентки. Да, давайте. Если вы утверждаете, что он ей нагрубил. Да. Давайте сделаем с ним очную ставку. А кто был по рации вчера? Кому он, вот он, кому по рации разговаривал, с кем по рации? Он выходит на посты, есть место? Нет места. А почему на посту сказали, нахуй их всех, это не места коворкинга, это места жителей дома? Во-первых, по рации матом никто не ругается. Вот, я мат, тоже, да, моя клиентка тоже удивилась очень сильно. Это значит, ваша клиентка врет. Угу. Потому здесь что... Написано, не больше. Так. Ваша клиентка, я могу сказать вам, то, что она может врать. Угу. Потому что за мат в эфире, тем более здесь сам наш начальник... Мы тоже все удивились. Идет штраф. Да, мы тоже все удивились. Значит, просто... ваша клиентка... Хорошо, а почему тогда моему клиенту сказали, что яйца жмешь, проезжай? Кто сказал? Вот здесь, на посту, давайте, моему клиенту. Давайте вашего клиента. Мы вызывали, по-моему, вы приходили с кем-то в тот раз на Мазде красный, не пропускали моего клиента. Не пропускали. Мы не пускаем в коворкинг да. машины. И не только в нет, было, нет, подождите, не было на него пропуска. Мы заказали сверху пропуск, а он открыл шлагбаум, говорит, проезжай, что ты яйца жмешь. Мне приехал клиент просто с дыбом с волосами, дыбом на голове. Можете, ребята, старушки, не мешать проехать? Видите, как у нас весело. Ну? Много подписчиков. А? Подписчиков много. Много? Много? Угу. Что за жизнь настала, не знаю. Ну не говорите. Да.
поводу автомобиля мы подошли. А можно посмотреть, что там написано? У вас список утвержден управляющим, пожалуйста. Это кто у нас тут? А это что такое, не понял? А где моя машина, я не вижу. Где? Здесь нету. Не указали ваше руководство, ваш автомобиль. А почему не указала? Это уже вопрос к своему руководству, давайте. Подождите, там не указана моя машина на пропуск? Да. Это уже к своему руководству. А, сейчас, секунду. Это подтверждено управляющим. Угу, угу, угу. Это ваше руководство принесло управляющему на пропуск. Как ваше руководство там? Мария, там, хозяйка? Оль. А они мне показали документы, там 5 машин, и моей машины там нет. А эти машины 5 уже приехали? А спрашивают, эти машины 5 приехали? Значит, приехали в коворкинг, по крайней мере, это ваша первая машина? Моя, вот эта. Ну, да. За ваше некорректное поведение, мы разговаривали с управляющим, он сказал, не пускать эту машину. Оль, слышишь, то есть вопросы, мое или... было некорректное поведение, не их некорректное поведение, что они послали чуть ли иначе. Что, в чем дело, я не пойму, опять передай трубку. К управляющему. А они слышат, Оля, ты на громкой связи, можешь взять. Слушай, молодой человек, вчера разговаривали с начальником охраны, по-моему, мы все решили. Вы хотите еще раз скандал? Мы не хотим скандал, девушка, мы хотим просто объяснить человеку, что ругаться матом никому не позволено. Да. Обращаться с клиенткой этого человека так, что она развернулась и уехала. Из-за вас человек потерял 25 тысяч рублей. Вы считаете, это корректно с вашей стороны было? Девушка, вчера, когда мы не пускали автомобили к вам, не только к вам, и в другие офисы, потому что двор был переполнен. Это не первый случай. Это не первый случай, когда охранники реально хамски разговаривают с моими клиентами. Правда. Это не, меня завело вчера не потому, что я потерял деньги, а потому, что это второй раз уже хамское обращение к клиентам. Ну, если они так обращаются, ну. Если ваши клиенты не уезжают, вызывайте меня, и мы будем тут проводить очень как с ними. Вы не имеете в принципе права грубить, так же, как и я, обслуживающий персонал. Я работаю в коворкинге, мне тоже много кто грубит, понимаете? Но я не имею права отвечать так, как со мной общаются. Потому что я обслуживаю людей, так же, как и вы, понимаете? Мы здесь находимся для порядка. Для порядка? А почему вы тогда хамите, если вы для порядка? Ну, девушка, тем более вчера, когда приходила ваша хозяйка, разговаривала с начальником, он как сказал, пригласите эту девушку, сделаем очную ставку с охранником. Если выяснится, что охранник действительно ей грубит... Вы в своем уме? Мой клиент будет еще приезжать и разбираться с вами? Мне кажется, она вообще не этого уровня, чтобы разговаривать все с клиентами, ой, с этими охранниками и перепираться, кто что сказал. Но это реально факт. Но это правда, мой клиент не будет врать. Что за глупость вы говорите? Что... Это уже не первый случай. Вы нахамили моему клиенту, сказали про яйца, что ты жмешь, проезжай. Тут разговаривают просто. Я понимаю, что тут образование 3 класса у охранников. Но, блядь, можно же как-то разговаривать по-другому? Ну, правда. Правда, вы хамите. Вы, начинается с вас. Неужели бы к вам кто-то кому-то, кто-то бы нахамил, если бы вы... Нет. Ну, так если бы вы так все всегда разговаривали, неужели бы вопрос бы такой поднялся? Ну, логично? Логично. Ну, я-то разговариваю. Ну, да как кто начал? Ну, неужели мои клиенты, проезжая через шлагбаум, сказали, какие охранники плохие? Ну, правда? Ну, по крайней мере. Ну, серьезно? Как вас зовут? Евгений меня зовут. А по отчеству? Да не можно просто Евгений. Евгений, понимаете, сейчас, мне дана просто сейчас команда, пока вашу машину не пускать, пока вы не зайдете к управляющим. Если я вас сейчас пущу, ко мне потом будут вопросы от моего руководства. Свяжитесь с управляющим. Обсудить этот вопрос. Да, управляющий кому я должен? Жилого комплекса? Да. Оля, у нас есть номер жилого комплекса? Вы или... Сейчас пропустите машину, я свяжусь с управляющим, человеку нужно работать. Сейчас приедет... Давайте я поставлю машину, я реально, сейчас, я дойду, секунду, правда, я дойду до управляющего. Сейчас я позвоню сам управляющему, объясню ему ситуацию. Угу. Что он мне скажет, что я ей сделаю. Мы люди, он заказчик, мы выполняем хорошо, хорошо. Требования заказчика. Ой, кошмар, господи. Какой-то кошмар. Оля, я вообще в шоке. Да. Вообще, вчера все решили. Ну что за дела-то? Неужели вы думаете реально, что весь скандал начался с моих клиентов? Ну правда. Но это же логично. Евгений. Что где-то косяк точно не в моих клиентах и не во мне. У меня вчера просто уже это накипело, объясню, есть ваше есть отношение. Есть клиенты, которые любят приврать. Ну, неправда. Ну, слушайте, зачем моим клиентам вот сидеть и на шлагбауме... Не говорю конкретно про ваших клиентов. Я говорю только про свои случаи. Это уже не первый случай именно с моими клиентами. Ну, правда.
Поэтому вообще сейчас глупость какая-то происходит у вас. Доброе утро, Олег Александрович, старший смены охраны Кандауру. Я что звоню? Подъехал этот Мерседес вот с Евгением вчера, вот вчерашний, по которому разговаривали. На него сделали заявочку с коворкинга. Запускать его или как вы говорили? Что нам делать? Ну, разговаривайте адекватно, снимает меня на камеру. Да. Не знаю. Можно я поговорю с ним? Он хочет с вами поговорить. Он нет, я сейчас трубочку можно передать или пусть он вам звонит сам? Ну вот я со своего телефона звоню вам сейчас. Он. Хорошо, сейчас я дам ваш телефон. Блять. Угу. Он... Олечка, сейчас я перезвоню потом. Сейчас я позвоню охраннику. Да, давай. Угу. Сейчас, секунду. Снимать. Ой. Зовут Олег Александрович. Угу. Олег Александрович. Доброе утро, Евгений вас беспокоит. Олег Александрович, очень хочется узнать, почему меня не пропускают, и вообще хочется узнать, что у нас за ситуация происходит с моими клиентами из раза в раз. Вот. А. Ага. Да. Угу. Ситуация. Поэтому я еще раз говорю, не надо ругаться матом на моих сотрудников. Они выполняют строго поставленные задачи мной и по договоренности с вашим руководством. Да, все. Да. А как вы думаете, вот этот скандал, который вчера у нас произошел, это правда по вине меня, по вине моих клиентов? Это уже не первый раз на шлагбауме моим клиентам хамят. Первый раз приезжал клиент парень на Мазде 3. Ему сказали, что ты же... на него не было реально, на него не было пропуска. А он мне позвонил перед шлагбаумом и говорит: Жень, на меня нет пропуска. А я работал, и я реально как бы не заказал. Я говорю, сейчас, секунду, я сейчас закажу. Я подошел к администратору, говорю: закажи, пожалуйста, пропуск. И на ему заказали пропуск, открыли шлагбаум, подходит охранник и говорит: проезжай, что ты яйца жмешь. Ко мне подходит клиент и говорит: Жень, что у вас тут происходит? Я вообще в шоке. Я передал это руководству, руководство разбиралось. Вчера дошло дело до такого, что кто-то по рации, кому-то там что-то передавал при моей клиентке, и ей сказали, не ей, а охраннику, который стоял на шлагбауме, сказали: пошли они, типа, посылай их нахуй, а это места не коворкинга, а жилого комплекса. Более того, я не просто так просил пропустить мою клиентку, потому что реально справа от моей машины было место. Ее машина могла туда спокойно встать. Вот. Мы могли как-то по-другому решить вопрос. У меня в итоге расплакалась клиентка и уехала. Я потерял деньги. Вот. Я подъехал, конечно, я начал разговаривать. Во-первых, сегодня охранник у вас вменяемый, вчера он был реально, ну просто, я не знаю, вы проверяли его на алкоголь? Евгений, ваш телефон есть? Да. Мой телефон у вас, да. Если такая ситуация случается, набирайте меня. Да, хорошо, спасибо огромное. Я могу проехать? Я думаю, что вот эти все вопросы надо решать спокойно, а не Понимаете, что как бы, ну, дело уже не первого случая. Первый случай я схавал. Но когда уже девушке нахамил охраннику, это уже было, ну, за гранью. Я не думаю, что он хамил девушке. Он ей не хамил. Ей по рации, она слышала, как передали. Евгений, да. если случается такая ситуация, да. Набирайте меня, будем понимать. Все, я сохраню ваш номер. Хорошо. Да. Я могу проезжать? Да, пожалуйста, только не тоже охранника, вы не тоже на работе. Я понимаю, я все понимаю. Неужели вы думаете, что я приехал поругаться? Да, я говорю, неужели вы думали, что я и мои клиенты приезжают сюда, чтобы ругаться? Ну, как бы у нас есть свои дела. Все. И вы меня тоже. Да, все, спасибо. Скажите охраннику, чтобы вас пропустили. Все, спасибо. Спасибо, до свидания. Всего хорошего. Как еще раз его зовут? Олег? Олег Александрович. Сейчас запишу номер его. Что он сказал? Пропускайте. Сейчас, значит. Да. Он заказчик,
вполне мило. Покажите, пожалуйста, машину. Вот так, блядь. Олег. Олег. Сандрович. А сейчас, кстати, вот подъедет клиентка, которая вчера не проехала, можно ее сразу пропустить? Номер у нее, сейчас скажу, что я не знаю, есть управляющая в салоне, нет? 300, господи, что за марка это была? Эскалайдер. 300. Эскалайдер 300? Да. Вот сегодня вы сметали побольше. Угу. Я на КП. Все, спасибо, до свидания. Вот так, блядь. Ну вот что это, блядь? Они хотели меня сделать виноватым.